Матросская тишина, это Бутырка, это Медведковский централ, ну плюс ИВС, Петровка, Химки-Хобринский ИВС, еще там 4, сейчас уже память слабеть начинает на эти ИВС, очень часто перевозили. Заходит добрый такой и говорит: Симонов, все раскрылось, вы свободны. Вот этого не было и не будет никогда, и не будет никогда. И ужасающая баланда, которая, например, когда давали рыбу, это называлось братская могила. Я говорю: я не хочу, я не голодный. Он говорит: ешь, сдохнешь. На моих глазах люди кончали жизнь самоубийством. За деньги у нас в государстве можно все. То есть от конкретного следователя, от конкретного прокурора, от конкретного судьи не зависит вообще ничего. Убийство, самоубийство, воры, понятия, педерасты. Вот хочу отметить, что среди убийц и воров встречается много порядочных людей. Ладно, солнышко, я тебя целую в нос, я буду тебе звонить еще. Давай, девочки, пока-пока. Когда ты находишься в замкнутом помещении со своими мыслями в голове, ты же прокручиваешь все это дело. Ну, любой нормальный человек прокручивает свою биографию, свою жизнь, свои поступки. А как бы я поступил бы, а правильно ли я себя поступил или неправильно, черт его знает. Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами пообщаемся с одним очень интересным человеком. Его зовут Стас Симонов. Для того, чтобы было понимание, кто это такой, он учился в 90-х годах в Щукинском училище. Очень многие его однокурсники стали известными людьми. Он актер, снимается в разных сериалах. Такие сериалы, как «След», «Детективы», «Анна Медиум», «Паук». В сериале «След» он снимается, между прочим, на протяжении 6 лет. Играет разные роли, и ключевые, и эпизодические. Самое важное, о чем мы сегодня будем говорить, Стас является автором книги «Как выжить в современной тюрьме». Кто знает Юрия Дудя, все вы его знаете, смотрели наверняка его выпуск с Давидычем, и Давидыч там сказал, когда его Юра спросил, какие 5 книг он посоветует, одна из книг была как раз книга Стаса Симонова «Как выжить в современной тюрьме». Он отсидел 10 лет, поэтому сейчас мы с ним пообщаемся, узнаем, как он провел это время, пускай нам расскажет, как выжить в современной тюрьме. Ну и начнем там чем-то заниматься. Чем-то заниматься. Да-да. Ребят, познакомьтесь, Стас Симонов. Всем привет. Стас, вот первый же вопрос такой. Ты отсидел 10 лет. И вот просто надо с чего-то начать. Ну как? Хороший вопрос. Очень сложно ответить на этот вопрос, но я могу одно сказать. Что если бы я не имел такого опыта жизненного, наверное, я бы этот мир, эту жизнь не понял бы до конца. Я бы так и умер, в общем-то, с шорами на глазах в определенном смысле. Дело в том, что это такой жизненный опыт, это такой жизненный человеческий срез, это такая школа выживания, что, наверное, каждый мужчина должен пройти через армию. Ну, через армию, ладно, а через это тоже, что ли? Как Индира Ганди, да, как Махатма Ганди говорил, да, и через тюрьму тоже. Потому что есть такое понятие: огонь, вода, медные трубы и чертовы зубы. Вот чертовы зубы – это и есть тюрьма. Как ты туда попал? Ты можешь рассказать об этом? Или это есть, ну, такое, та информация, о которой лучше не говорить открытым текстом? Да нет, здесь, в общем-то, скрывать-то нечего абсолютно. 90-е годы. Я вместе с братом владею целым рядом предприятий, довольно крупных. Ты москвич? Да, я москвич. Это все в Москве происходит? Да. Значит, одно из предприятий – это внешнеэкономическое объединение «Общемаш-экспорт». Это один из спецэкспортеров, 99 экспортеров было в советское время, через которых что-то продавалось на Запад и что-то покупалось на Запад. Только через них это шло. Мы владели банком, Федеральный космический банк. Федеральный космический банк. Деньги тоже были космические? Нет, деньги были реальные, вполне реальные. У нас была программа телевизионная своя, «Дорожный патруль». Может быть, кто-то помнит, в 90-х годах она «Дорожный патруль», конечно. Да, вот мы были владельцы этой программы, кроме всего прочего, и сами ее выпускали. То есть на нашей территории находилась съемочная группа. Ну как, в монтаж, озвучка, все находилось там. Нормально зарабатывал? Ну, я не жаловался.
скажем так. Проблем с поездкой за границу не было, потому что у нас был заграничный филиал в Германии. Угу. Филиалов было несколько. Один был в Австралии, другой был в Финляндии, третий был в Германии, город Кёльн. И дальше происходит следующее. Начинает укрупняться эта организация. Мы начали заниматься, первое, начали заниматься в России космическим телевидением. Вот то, что сейчас называется цифровое телевидение. Угу. Тогда на это смеялись. Мы получили первую лицензию. Тогда нам дал некто Лазуткин, который возглавлял всю эту программу телевизионную, он выдавал лицензию, он нам выдал лицензию со словами, со смехом, что, ребята, ну, еще лет 40 должно пройти, прежде чем спутниковое телевидение появится на нашей территории, российской территории. Тогда это было никому непонятно. Сейчас это вот в любой деревне уже можно встретить. Дальше появляется некая персона внутри этой структуры, которая захотела... Ну, ведь это было несколько учредителей, скажем так. Он захотел все получить сам. Ну, зачем нужны конкуренты, когда можно все иметь самому? Это при том, что ты говоришь, что это принадлежало все вам с братом. Да, да. И он оказался рядом с вами и захотел... Но, понимаете, этот контрольный пакет принадлежал нам с братом. Ага. Он был одним из соучредителей с небольшой долей капитала. Там 5%, 2%, как-то так. И вот этот человек, который владел этой долей, захотел получить все. Для этого он делает очень простой способ. Очень тяжело разрушить серьезную организацию снаружи. Государство тяжело разрушить снаружи. Угу. Но изнутри можно взорвать все, что угодно. Это самое страшное, что может быть, взорвать изнутри. Значит, что происходит? Он нанимает, входит в сговор, нанимает. Были такие оборотни в погонах. Самолкин, Ганеев, может быть, вы помните. Тогда их пересадили, весь Мур был посажен. Он с ними договаривается. Те нас вызывают на встречу. Встреч было много, переговоров было много, терки так называемые, да, угу. по тем временам, выяснение взаимоотношений. И нам сказал господин Самолкин, сказал, ребята, ну давайте так, вы нам даете сейчас 250 тысяч долларов и просто отходите от этой темы. То есть вы им деньги да. и исчезаете? И исчезаете. Это типа хороший расклад? Да, это хороший расклад. Он предлагает, у меня такая же была реакция, и у брата была такая же реакция. То есть как это? То есть мы вам отдаем все, еще доплачиваем и исчезаем. Говорит, да, но вы сидеть не будете. Это вызвало еще бурю смеха, потому что, а за что сидеть-то, собственно говоря? Я не понимал, что посадить можно любого человека. Сейчас ты это знаешь. Я это знаю, да. Был бы человек, а дело найдется. Это абсолютно точная история. После чего он говорит, ребята, вы зря это делаете, потому что вы сядете. Если кого-то интересует, Хинштейн описал эту ситуацию, когда он писал об оборотнях погонах, он упоминает нашу эту историю целиком, ну, не как там эпизод, можете почитать, это доступно сейчас. Он в курсе, кстати, этой ситуации. Кто он? Хинштейн. Кто это? Ну, это довольно известный журналист, который занимается вот такими расследованиями такого рода. Он в курсе вот этого дела? Да, да, он довольно известный, медийная персона такая достаточно. Дальше против нас возбуждают уголовное дело. А уголовное дело можно возбудить следующим образом. Либо должны быть какие-то данные у следствия, либо должны быть показания двух свидетелей. Вот показания одного человека невозможно сделать. Угу. Ну, просто невозможно. Их не примут. Ну, один против одного, мое слово против вашего слова. Но если это слово подтверждает другой человек, этого достаточно, чтобы человека посадить. Собственно говоря, так и произошло. Одним из показателей... свидетелей, скажем так, становится вот этот вот, который 2% имел, угу. а второго нашли, ну, скажем так, не очень нормального охранника, который находился уже в течение полугода в состоянии запоя. Причем такого угу. конкретного запоя. Человек выпивал, ложился спать, вставал, выпивал и так полгода жил. То есть его запугали, его застращали, и он подписал все, что они хотели. Все и мы с братом готово. Доблестно уезжаем в тюрьму. Значит, нас судили по старым законам. Если бы судили по новым законам, нам бы дали лет 25, я так думаю. А так дали? А так максимально могли дать 15. Но мы получили 14 лет. Каждый? Каждый. По 14 лет. Потом на кассационном разбирательстве дела скинули полгода. То есть в результате мы получили 13,5 лет. Вот эта цифра 13,5 лет, я ее не воспринимал. Она вообще такая космическая цифра. Представь себе, что ты будешь сидеть 13,5 лет в тюрьме, ну, в сознание нормального человека просто не входит. А никак. Тебе сколько было тогда? Я сейчас скажу, мне было 37 лет. Блин, еще и возраст такой. 37 лет. Самый такой деловой возраст, когда ты в полной активности, ты в сознании, у тебя уже включены мозги, у тебя есть знакомые, рычаги. Ну, в общем, все, что необходимо для жизни. У тебя есть семья, у тебя есть дети, ну, все как полагается, в нормальной ситуации. Ну, плюс вот этот еще бизнес. Будь он не ладен. Получается,
получается... 37 лет. Представить себе, что я, не совершивший, как я считал, ни одного преступления, за которое можно человека посадить, окажусь в тюрьме, да еще на такой срок, было просто невозможно. Хорошо, я тебя перебью. Ты можешь говорить, я смотрю, очень долго. Преступление, которое ты совершил или это в кавычках совершил, нет, тебе я организовали? Его не совершал. А не в организовали. В чем тебя обвинили? Возврат? Огромное количество нераскрытых дел. Вот нам об этом не сообщают по одной простой причине, потому что любое открытое, раскрытое дело – это пиар полиции, пиар общества, что вот мы поймали преступника. Любое нераскрытое дело – это, наоборот, черное пятно на общество, мы не можем поймать этого преступника. Mm-hmm. Если вы копнете, таких дел огромное количество. Значит, что нужно сделать? Нужно сделать таким образом, найти такое дело, чтобы ты был знаком с человеком и хотя бы какие-то имел с ним взаимоотношения. Ну, какие-то, как-то с ним пересекался. Его, например, убили, этого человека. Убийца не найден. Дальше два человека объясняют полиции, государству, системе о том, что мы знаем, кто убил. И можем сказать, что убил вот он. И дальше придумывается история, как это было сделано. Причем совершенно не важно, какое это оружие. Обычно формулировка такая. Из неустановленного оружия, неустановленными людьми, купленные у неустановленных людей и так далее. То есть эта формулировка постоянно присутствует. Но их показания, что мы видели... что мы знаем, что мы слышали, он нам это сам говорил, этого вполне достаточно. Если это грамотно сделать, посадить можно любого человека. То есть вы с братом якобы кого-то убили? Да. То есть нас обвинили в том, что мы сделали, мы заказали преступление. Не мы убили, а мы заказали людей. Один из заказчиков выступил вот этот пьяный, постоянно пьяный охранник. То есть он сказал, что я... Мне дали деньги, и я принимал участие в этом убийстве. Он путался в показаниях, он менял эти показания. Каждый раз это не совпадало, но это никого не волновало вообще. Главное, что он есть и что-то говорит, что-то подписывает. Да, он есть, и он жестко стоит на своих показаниях. Значит, когда на суде он отказался от этих показаний, судья сказал так. Мы принимаем во внимание первое показание. Второе, это уже неинтересно никому. Ага. И все, ситуация была сделана полностью. Таким вот образом, когда я оказался на Бутырке, причем это вот эта система, кто не понимает, что это такое, это невозможно объяснить словами. Через это надо пройти. Вообще больше 10 дней ВВС содержать не могут. Меня содержали 30 дней. Почему не могут? По закону. Человека ВВС больше 10 дней содержать не могут. Меня содержали следующим образом. Меня перевозили из одного ВВС в другое. И таким образом продлевали всю эту ситуацию. И снова возбуждали. Возбуждено было в общей сложности, попытались возбудить 23 дела. Каждый раз, когда возбуждали очередное дело, прокурор того или другого района отказывались это сделать. Говорили, ничего страшного, какой-то да подпишет. В результате нам попытались приклеить 4 дела. То есть это оружие неустановленное, и это совершенно попытка покушения на убийство и самоубийство. Вот, собственно говоря, за это дали 14 лет. Почему ты отсидел 10 лет? Или сколько точно? 9,5, ну, 9 да? Лет и 7 месяцев, если быть таким вот совсем уже точным. Брат твой столько же отсидел? Чуть больше. А почему скосили срок? Скосили срок? А потому что там все не склеивалось. Там дело разваливалось, вот абсолютно разваливалось. И для того, чтобы хоть показать, что все-таки у нас есть какая-то, ну, скажем так, и конституция, и законы, и все такое прочее, скосили полгода на кассационной жалобе. По кассационной жалобе, так будет точнее. Что ты можешь сказать вот про отсидку, с чем ты столкнулся? Что, наверное, такое для тебя самое, ну, может быть, яркое, что ты там познал? Ну вот смотрите, у нас представление о том, как работает система, это механизм. Это государственный работающий механизм, хочу это подчеркнуть. Хороший он или плохой, это другой разговор, но он работающий механизм. Я раньше думал так, что есть хорошие милиционеры, есть плохие милиционеры. Может быть, плохих милиционеров большинство. Может быть. Но есть порядочные, хорошие милиционеры, которых может быть меньшинство, но они существуют. Это ты так думал? Я так думал. А сейчас не думаешь? А на самом деле нет такого понятия. Есть просто милиционер, который работает в системе. И нет такого понятия, хороший он или плохой. А, он просто в ней работает? Он механизм. То есть от него ничего не зависит. То есть от конкретного следователя, от конкретного прокурора, от конкретного судьи не зависит вообще ничего. Судья не может меня отпустить по одной простой причине. У нас, извините, разваливающихся дел, вот когда судья не обвинительный, а оправдательный приговор выносит, 0,0%. Ну, посмотрите по статистике. Даже не 1%, а 0,0%. Почему? Если он выдаст оправдательный приговор, значит, вся система, которая тебя арестовывала, за тобой наблюдала, тебя охраняла, кормила, перевозила, работает холостую.
Значит, она допустила ошибку. Конечно, это первое. То есть я понял, что это механизм. И вот как работает этот механизм, это другой вопрос. А когда я понял, что это механизм, ожидать, что откроются двери, а у меня была такая иллюзия, что сейчас откроются двери, войдет добрый милиционер, ну, в виде, помните, у нас был такой, как у нас, деревенский детектив, который, значит, заходил, какой-то там майор-лейтенант Жаров играл его, помните? Фантомас, вот эта вся история была. Заходит добрый такой и говорит: Симонов, все раскрылось, вы свободны. Я долго ждал этого. Да, вот этого не было и не будет никогда. И не будет никогда. Двери открывались, двери закрывались, люди заходили, выходили. Но вот этого доброго милиционера Аниськин, вот вспомнил его, Аниськин, значит, он так и не появлялся. И не появился в моей жизни. А дальше пошли тюрьмы. Я в одной только тюремной системе просидел 3,5 года. Это имеется в виду матросская тишина, это Бутырка, это Медведковский централ. Ну, плюс ИВС. Петровка, Химки-Хобринский ИВС, еще там 4 сейчас уже... память слабеть начинает на эти ИВС, очень часто перевозили. Эта система, она насквозь продажная? Или она прямо такая, что она живет только так, что доят людей? Или там все-таки как-то можно и так, можно и так? Как это вообще все устроено? Давайте вот просто для себя уясним одну вещь. Закон и справедливость – две вещи разные. Это не одно и то же. Это первое. Механизм работает – это второе. За деньги... У нас в государстве можно все. Прям вообще все? Ну, есть какие-то ограничения, конечно. Вас, так сказать, за границу не отпустят из тюрьмы. Вам, наверное, может быть, туда не принесут, что я не знаю, там, машину не принесут какую-нибудь или какое-нибудь сложное оборудование. Но за деньги создать себе условия для очень приличного проживания и в тюрьме, и в колонии возможно. А за деньги можно, например, сидя в тюрьме, уехать, например, в Сочи на недельку и вернуться? Нет. Даже из колонии деньги. Можно, из тюрьмы нет. А, из колонии. Из колонии можно. Тюрьма – это то, что до суда. Да, ну, скажем так, до суда, во время суда и сразу после суда. Потому что там есть кассация, там ты можешь подать, тебя оставляют в тюрьме, ну, в принципе, когда тебе дали срок, и он утвержден, тебя отправляют в колонию. То есть после суда, если уже куда-то там в лагерь перевели, вот там уже можно... Там можно решить эти проблемы. Особенно в колонии поселения. Что было таким, что, например, никогда из тебя не выйдет? Какое-нибудь вот такое, может, впечатление, да, яркое, лютое, которое, наверное, очень сложно было пережить? Я могу сказать, я понял, да. Просто их было много, таких эпизодов. Но наиболее яркий такой. Вот хочу отметить, что среди убийц и воров встречается много порядочных людей. Именно порядочных? Именно порядочных людей. Подчеркиваю это. У меня была ситуация, когда меня потеряли, меня перевозили из камеры в камеру, из централа в централ, меня родственники потеряли. У меня прекратили все передачи. Единственное, на что я мог рассчитывать, это вот на положняк, на ту баланду, которую предлагали мне та тюрьма, те власти и так далее. Значит, тогда, сейчас я не знаю, может быть, ситуация поменялась, вполне возможно. Надеюсь, что она поменялась. Баланда была чудовищно отвратительная. Хлеб представлял себя, вот представляете, пропеченная корка хлеба, внутри которой находится натуральная глина. Ну, я говорю это условно. То есть не глина, а некая субстанция, которую можно, из которой можно... Ну, вот такой пример. Вытаскиваешь мякиш из центра хлеба, бросаешь в стенку, он прилипает. То есть есть это было просто невозможно. И ужасающая баланда, которая, например, когда давали рыбу, это называлось «братская могила». То есть настолько вываренная рыба, что понять, что это рыба, это была какая-то труха непонятная. Из нее делали паштеты, ее там как-то обрабатывали, ее превращали в нормальную еду, и тогда ее можно было употреблять. Я по своей наивности все-таки, наверное, когда меня потеряли, я не мог есть эту баланду. Я питался следующим образом. У меня были бульонные кубики. И я брал вот эти корки хлеба пропеченные, делал себе бульон в стакане и ел эти корки. Примерно через месяц рядом сидящий вор... Подожди, ты месяц жил на этом? Да. А у тебя с желудком как, нормально все? С желудком у меня. Я не буду называть его, потому что это действительно очень порядочный человек. Я в этом убедился. Подозвал меня, они себе им загнали курдюк, он был вообще грузином. Ну, таким правильным грузинам. Не те вот грузинские, так называемые, апельсины, которые покупают за деньги себе статус вора, а тот, который действительно такой серьезный дядька в возрасте. Ему загнали курдюк. Курдюк это что? Курдюк это задница барана, курдючное сало. Копченый курдюк ему загнали, и из него они сделали какую-то такую, знаете, такую похлебку очень вкусную, ну, по тем
по тому пониманию вкусно. Mm-hmm. Представляете, да, если ты месяц ничего не ешь, для тебя там любой будет вкусный. Они сделали похлебку, он меня так подзывает и говорит, ешь. Я говорю, я не хочу, я не голодный. Он говорит, ешь, сдохнешь. И он меня заставил съесть вот это вот блюдо, которое они приготовили. А почему ты отказался? Ну, я его не знал. Ну, как сказать, я ее не знаю, это не мой знакомый. Ну, в камере мы вместе сидим, и все. Почему я должен... Вообще, там очень нужно быть осторожным. Нельзя брать, например, из любого человека из рук что-то. Ты можешь попасть в неприятную ситуацию. Нельзя воровать ни в коем случае. Там целое есть, ну, скажем так, правила определенные, по которым ты живешь. И по этим правилам моим, например, внутренним, я не... А зачем я буду есть у незнакомого человека? Мало ли, что у него есть. Это его, это не мое. Он понимает, что я реально голодаю, реально, он это видит, потому что в камере деваться некуда. Он меня заставил есть. Вот я считаю, что это очень порядочный поступок. Человека, который мне ничего не должен, я ему ничего не должен, он просто повел себя как приличный человек. Он был, повторяю, профессиональным вором. Но это, так скажем, очень положительное воспоминание. Да. Хотите отрицательное? А теперь вот отрицательное. Наверное, было такое? Да, конечно. И отрицательных воспоминаний было довольно много. Но, например, отрицательные воспоминания, они всегда связаны со смертью. На моих глазах люди кончали жизнь самоубийством. В смысле, ты видел, как умирает человек перед тобой? Или? Ну, я видел людей в последней степени болезни легких, туберкулеза. Я видел людей, которые сделали мастырку, и у него практически отрезать должны были ногу. Мастырка. Для того, чтобы что-то совершить, чтобы поменять свою ситуацию, например, в колонии, ты лишаешь себя части здоровья, попадаешь на больничку, а потом можешь попасть в другой лагерь, например. Значит, самая простая мастырка, которую делать совершенно не обязательно, ты берешь свои слюни и загоняешь к себе под кожу, в ногу, например. Начинается жуткий процесс гниения, чудовищный процесс гниения. Значит, если это дело запустить, ногу просто отрезают. Если не запустить, у тебя вырезают часть мяса и кожи до кости, вот в этом месте, где это все дело начинает прогнивать. То есть я встречал вот таких людей. Я не могу сказать, чтобы я видел, как люди вот прямо вешаются или что-то еще, но как вскрываются люди, то есть режут себе вены, я это видел часто. Прямо это, часто? Это частое явление. Потому что есть профессионалы, которые этим занимаются профессионально. Это как понять? А так, он режет вены в определенном месте, льется очень много крови, но умереть от этого невозможно. Вызывают докторов, останавливается процесс, он может поменять свое, допустим, место существования таким образом. Но он знает, что он режет, где он режет и как он режет. То есть он не умрет от этого. Но это вот первый раз, когда с этим сталкиваешься. Или, например, когда в автозеке человека начинает бить припадок, эпилепсия. Это страшная штука. Когда в замкнутом помещении во время перевозки ты закрыт, они не имеют права открывать автозек. Даже если он гореть будут, они не имеют права открывать. Даже если он в речку упадет, они не имеют права его открывать. По закону так. И они это понимая, и понимая, будучи людьми, понимая, они, надсмотрщик говорил так, ребятушки, пожалуйста, потерпите. А его била жуткая эпилепсия. Насилие было? Какого рода? Какое? Сексуальное, естественно. Какое еще-то? То, что не сексуальное, это 100% там было. Это и так понятно. Вы знаете, я с этим столкнулся. Дело в том, что если в тюрьме нет порядка, вот эта скученность большая людей выжить там не сможет. Там есть определенные правила, переступая которые, над тобой могут совершить насилие. Я ни разу не видел, чтобы человека в буквальном смысле сексуально насиловали в тюрьме. Но то, что контакты сексуальные были, это очевидно совершенно. Вот у нас, например, в камере сидело одно время, несколько месяцев, некое существо, которое позиционировало себя как женщина. Ее так звали Машка. Она ходила в юбке. Добровольно причем. Это был, как бы, ну, скажем, такой человек, который вел такой образ жизни. Ну, это гей. Гей. Реальный гей, который получал удовольствие от того, что он оказался в мужской компании. Большое количество мужчин. И ему... этим пользовались, да? Да. А ты сам пользовался? Нет, я как-то, знаете... Я обычно в таких вещах говорю, что я бывший ликвидатор, чернобылец, и нам защиту давали только на голову. Это что значит? Это значит, я этим не пользовался никогда. Я говорю, что я чернобылец. Мы с тобой вчера разговаривали, и ты упомянул такую тему, что те, кто работают в этой системе... Да, я помню. Они... Заканчивают. Да, то есть работает, как мы говорили там... Карма. Карма или что-то такое, закон справедливости или какая-то обратная связь. То есть ты уверен, что человек, который работает в этой теме, так скажем, ну как их назвать? Вот? Работники системы. Работники системы. То есть эта система, она настолько
плохая, так скажем, что человек, да, который в ней работает, он получает... Да, да, негативную. Вот это сложно, это метафизическая штука, но я абсолютно в этом убежден, что человек, работающий в системе, особенно долго работающий в системе, 10, 15, 20 лет, есть такие. Если ты попал туда на полгода, конечно, может быть, тебя не зацепит, тоже не факт. Но я много раз убеждался в том, что вот эта отрицательная энергия, а вся система пронизана отрицательной энергией, это же горе. Понимаете, это горе, причем в большом количестве, концентрированное, консервированное горе, множественное. Человек, который сталкивается с этим и совершает, ну, все-таки это насилие. Как ни крути, там вежливо, но невозможно. Бывает просто невозможно. Они плохо очень заканчивают. Их настигает какая-то, знаете, мистическая история, но это правда. Кара, что ли, такая, не знаю, карма, может быть, такая. Человек либо сгорает от рака, либо сгорает от алкоголя, либо совершает какие-то действия убийства, например, либо с его семьей что-то происходит. То есть даже это касается близких. Да. Могут погибнуть его дети, он может сам погибнуть. И на моих глазах один тюремщик, очень приличный, кстати говоря, дядька, отработавший там 25 лет, так о нем говорили, за 2 недели сгорел от рака. За 2 недели? За 2 недели. Он не проверялся. Он однажды пришел, ему сделали флюорографию, а так как он старый работник, ну, видимо, как-то избегал этого, мог через знакомство избегать, ему сделали фотографию, ну, флюорографию легких, а у него легких нет вообще. Они сгнили полностью. И через 2 недели он умирает. Тихий человек, до сих пор помню, как выглядело. У него ботинки были очень любопытные, такие, знаете, форменные коричневые ботинки, которые сейчас уже в системе, ну, практически никто не носит. Такие форменные, положниковые ботинки. Получается так, что люди, которые там работают, ты сказал, что это все на чужом горе, а да, они на этом зарабатывают. Да. И вот здесь вот и происходит. Ведь как с тобой было? Ты вот расскажи вот каких-нибудь, ну, пару примеров. Как зарабатывают деньги они? Да, вот как они, причем они же зарабатывают там сумасшедшие какие-то деньги. Вы знаете, ну, на чем зарабатывают тюремщики? В тюрьме в последнее время, с 70-х годов, как и в зоне, появились ограничения. Ну, например, нельзя, ты не можешь, тебе не могут принести какие-то продукты. Например, вареная колбаса невозможно. Например, открытая банка икры невозможно. Я не знаю, буженина какая-то, это все невозможно. Яйца тебе не могут принести. То есть целый ряд продуктов, ты их полностью лишен. Я не говорю о спиртном, а это же русская тюрьма. Как без спиртного обойтись? Значит, происходит следующий момент. Ты договариваешься частным порядком с каким-то работником системы, платишь ему деньги, ну или не ты платишь, а платят твои родственники с воли. И тебе с воли ты покупаешь ноги, так называемые. Так вот, тебе ноги загоняют, ну, скажем, незаконную посылку. В этой незаконной посылке может быть 50 килограмм того, чего ты хочешь. Хоть хачапури, пожалуйста. Я почему хачапури говорю? Потому что это продукт быстро портящийся, там, не знаю, вот плюшки там какие-то. Они портятся очень быстро, поэтому они запрещены, кроме всего прочего. Наркотики могут быть? И наркотики тоже могут быть. Я этим не занимался, я не наркоман. Я очень много сталкивался с наркоманом, с передозом, пониманием того, как они колются, как они употребляют всю эту гадость. Но и наркотики в том числе. Только загнать наркотики стоит дороже, чем, например, водку. Или, например, радиотелефон, ну, мобильный телефон, будем так говорить, или что-то еще. Вообще можно даже обеспечить себе сексуальную встречу с женщиной. Все зависит от того, насколько... Все зависит от денег, да. И все зависит от того, с кем ты разговариваешь, как ты разговариваешь и можешь ли ты договориться. Потому что, конечно, там прейскуранта никакого нет. Это нет такого, висит прейскурант, за спирт ты получишь там столько-то платишь, за это. Этого ничего нет. Ты должен частным образом договориться с охранником. С одним конкретным. Он должен тебе поверить. Потому что если его поймают, у него тоже проблемы начнутся серьезные. А поверив тебе, если все будет в порядке, он тебе черта лысого туда может загнать. Ну, конечно, оружия нет, это понятное дело. Пулемет ты туда не загонишь, но встреча с женщиной на 20 минут может быть обеспечена. Люди, которые вот там вот работают, как они зарабатывают большие деньги? Потому что пронести водку, ну, вряд ли это прямо такая сумма большая. Да, особенно не разбогатеешь, конечно же. Но ты на такой должности, если находишься, который проносит водку, у них и не предполагается больших заработков. Большой заработок предполагается у человека, который стоит на какой-то должности. Ну, это там, начальник тюрьмы какой-нибудь. Например, да? Начальник тюрьмы. От него зависит, в каких условиях ты будешь содержаться, в каких камерах ты будешь содержаться, кто будет сидеть рядом с тобой в камере. И от него зависит возможность тебя переправить на другой централ. Так бывает часто, необходимость такая возникает. И иногда от него зависит попадание тебя на какую-то зону. Потому что зоны все разные. Где-то ужасающие условия существования, где-то можно очень прилично протянуть. Где-то есть коммерческие зоны, где-то есть черные зоны, красные, ну и так далее. Они все разные. Сколько может зарабатывать начальник тюрьмы вот именно таким образом? Может 1 000 000 в месяц иметь? Чего? Рублей. Запросто. А, то есть это не... Это вообще не тема.
Ну, 10 миллионов рублей. Нет, начальник тюрьмы может зарабатывать вообще по-другому. Он не будет брать у тебя взятки. Зачем ему? Ну, ты же можешь попасться на этом. Там же есть служба безопасности, за ним тоже наблюдают. Но есть такое понятие ларек. Это продажа товара внутри тюрьмы. Вот как попадают туда товары, какие товары продаются, по какой цене и где он их берет. Вот это отдельная тема. Обычно ларьком заведует жена начальника тюрьмы. То есть, чтобы если что, то... Ну, она жена, она работает начальник этого ларька, а дальше происходит следующее. Ты же продукты где-то должен покупать, по какой-то цене их привозить, а по цене, которую продают зэки, ты устанавливаешь сам эту цену. И вот эта разница может тебе позволить очень быстро обогатиться, как пример. Но это такой пример какой-то лайтовенький, а пример... Лайтовенький? А такой, прямо такой мощный пример. Мощный пример, например, ты совершил какое-то действие, ну, неприятного характера. Например, убил кого-нибудь на зоне. На зоне я не знаю. Мы про тюрьму сейчас говорим или про зону? Мы сейчас про Блин, вот я же в этом путаюсь. Ну, после это суда, разные два это понятия. Лагерь. Значит, мы говорим сейчас о тюрьме. Мы говорим сейчас, ларек — это тюрьма. Мы говорим сейчас, жена, например, начальника тюрьмы — это ларек, да? Но есть такое понятие зона. Вот в зоне можно просто обогатиться. Вот как? Вот все зависит от того, какая это зона и какие мозги у этого начальника зоны. Как можно обогатиться? Ну, во-первых, какая-нибудь зона и какие-нибудь мозги, не знаю. Очень просто. У тебя сиделец, ну, например, твой сиделец очень богатый человек. Ему надо, конечно, условия создать. Вот для того, чтобы создать условия, ты можешь ему давать задания определенные. Привезти телевизор, дать наличные кому-то. Сумма может быть самая разная. Он может покинуть по какой-то причине, например, эту зону. На выходные погулять, да? Ну, это очень примитивно, но будем говорить так. Ну, покинуть территорию зоны на какое-то время. Он дает, например, ему оперативника, сопровождение оперативника, его привозят домой. Этого зэка, например. Да? За это зэк ему может заплатить 10 тысяч долларов, 20, 30. Ну, сумма варьируется. Все зависит от жадности тюремщика и от возможности этого самого заключенного. А сколько вот может стоить вот действительно вот провести выходные, ну, в таких каких-нибудь, в соседнем городе, в какой-нибудь гостинице с девочкой? Вот сколько нужно дать денег начальнику тюрьмы? Тюрьмы или колонии? Блин, колония. Ну, где там после суда? Как это называется? После суда колония. Колония, да. Значит, колония или колония-поселение? Блин, а я откуда знаю? Вот где сидят люди после суда? Это нет, лагерь? Ну, давайте так определимся. Значит, вот лагерь – это понятие обтекаемое, лагерь. Есть такое понятие – исправительные колонии. Они делятся на колонии общего режима, колонии строгого режима, колонии особого режима и колонии-поселения. Значит, колония-поселение – это практически, ну, в некоторых колониях даже загородки нет никакой, забора нет никакого. Просто стоят дома, в которых живут зэки, которые обязаны ходить определенным путем. И, в принципе, если будешь хорошо себя вести, ты можешь жить в городе. Вот в такой колонии это будет стоить не очень дорого. Это будет стоить денег, бесплатно ничего не будет. Но ты можешь покинуть территорию этого городка и поехать, например, в соседний. Теоретически можешь поехать даже в Москву. Теоретически. Ну и, впрочем, и практически это можно сделать. Были уже несколько скандалов по этому поводу. Просто людей ловили на это. Их закладывали сами зэки. Обычная зона. Да. Вот если там я хочу, у меня есть деньги, и я хочу пятницу, субботу, воскресенье поугарать с девчонками. И я решил договориться с начальником. Ну, я думаю так, что это будет вам стоить. Я примерно представляю, как это можно сделать. Вам выделят двух оперативников, и по какой-то надобности вы поедете в город там зачем-то. Например, закупать строительный материал для продолжения ремонта, который вы будете сами делать в каком-то бараке. Ремонт будет делаться за ваши деньги, естественно. Значит, первое, ты должен начать это делать ремонт за свои деньги. Естественно. Ну, это все, конечно, обкладывается документами. Это как бы бесплатные родственники подогнали эти товары, подарили колонии. Это все делается. Да? Значит, эти оперативники сопровождением, с твоим сопровождая тебя, так будет точнее, выезжают в город и, допустим, селятся в гостинице, где селишься и ты. Вот это все может обойтись. Ну, начиная от 10 тысяч долларов, я думаю так. Это чисто на руки начальнику плюс... Плюс еще нужно будет вот накормить. Это все ты за твои деньги. Передвижение за твои деньги. Оперативников ты кормишь за свои деньги. Гостиницу ты снимаешь за свои деньги. Все понятно. И ты должен еще что-то дать начальнику. Вот здесь это разная штука. Нету таксы определенной. А как начальники верят
А вдруг я убегу? Так двух оперативников он тебе дает. Ну, а там этих двух оперативников моих 10 еще накроют. Правильно. А здесь начинается психология. Во-первых, сколько вам осталось? По какой статье вы сидите? Кто вы есть вообще на самом деле? То есть он собирает обо мне информацию? Конечно, он знает информацию. Вся информация собрана в папочке. Он открывает и знает, что ты москвич, у тебя 3 детей, тебе ежедневно приезжает ежемесячно твоя жена. У тебя в этом нормально. Что когда ты выйдешь, ты сразу устроишься на работу. Тебе не надо бежать. Мне зачем бежать, если мне год остался до УДО, например, да? И я живу в таких лайтовых ситуациях. Чтобы меня искали по всей стране год. Да, если я убийца с таким вот топором, по локоть в крови, у меня 15 ходок, и меня там разыскивала милиция в свое время, тебя, конечно, никто не отпустит. Ни за какие деньги. Ни за какие деньги, потому что он себя подставляет. Но если ты нормальный человек, и он нормальный человек, конечно, можно договориться. Хорошо. А были такие случаи, когда эти начальники тюрем или кто-то, начальники, они... как-то разводят же народ. Конечно. Они же как-то, вот как это происходит? Очень просто. Значит, начальник берет у тебя деньги, например, за то, чтобы тебя отпустили по УДО. Ты платишь, например, 200 тысяч рублей начальнику, отдаешь ему, может быть, не сам, это могут передать твои родственники, это по-разному бывает, это у всех своя схема какая-то, если вам никто эту схему рассказывать не будет. Значит, тебе, ты даешь 200 тысяч, дальше ты выходишь на суд, а он не делает ничего. Он просто ничего не делает. И как пойдет суд, так и пойдет. Если он пойдет в твою пользу, он просто кладет деньги себе на карман, ничего для этого не сделав. А если все-таки пойдет все не по плану? А он может тебе отдать половину, если будет порядочный человек. Либо просто не отдать. Либо просто не отдать. По разным причинам. И я ничего не смогу сделать? Ничего не сможешь сделать. Ну, если у тебя нет, ты можешь сделать. И такие прецеденты были. Например, вот в колонии-поселении, где я сидел, когда такую штуку учудил начальник колонии, зэк воспротивился и посадил его, начальника колонии. Но у него был компромат, там 500 тысяч снимков, у него были записанные разговоры, чеки, документы. Он вышел на центральное телевидение, рассказал это все на первом, на четвертом канале он все дело рассказал. Сначала в маске рассказывал, потом без маски. А потом начальника посадили. Да, отсидел он 7 месяцев на Брянском централе, а в результате дали ему 1,5 года условно. За превышение служебных полномочий. Оглядываясь назад, если бы вот тебя с твоим опытом сейчас вернуть в тебя, вот когда у тебя была такая ситуация вот с братом, да. Что бы ты сделал? Я бы дал денег. И растворился. Да. Я бы дал денег и растворился. Потому что это по-любому дешевле. Это и дешевле лучше. Вышло в результате, чем содержание меня 10 лет в тюрьме. Тюрьма очень дорогая штука. Если вас просят деньги, нужно давать сразу. Если вы не дадите сразу, дальше будет дороже. Вот, все равно отдашь. Все равно отдашь. С тебя твое возьмут. А лучше, конечно, туда не попадать. Но если вы попали, надо понимать, что везде живут люди. И если вы человек, то и вы можете выжить. Это возможно. А как выжить без денег? Налаживать контакты на месте? Есть способы. Если у тебя нет совсем денег, здесь вопрос какой? Если ты вообще ничего не умеешь делать, профессия какая-то у тебя есть? Если у тебя профессии нет, плыви по течению. Насколько тебя хватит? Если у тебя профессии есть, постарайся пристроиться по профессии. Слесарь, машину умеешь ремонтировать, строитель или что-то еще. Но я не говорю про профессиональных уголовников, они знают, как это делать. Я им советы давать не буду, это смешно. Они, люди, которые занимаются этим, живут этой жизнью, как там говорят, они знают, что нужно делать. Но лучше туда не попадать. Ребята, вот на этой вот, как сказать-то, благополучной или позитивной ноте мы закончим этот разговор. Лучше туда, конечно, лучше не попадать. Не попадать. Спасибо всем, кто смотрел. Не попадайте в такие плохие ситуации. Живите долго и счастливо. Всем пока. Ребята, удачи.